Слов'янська міська рада підготувала черговий фінансовий транш для надання одноразової матеріальної допомоги власникам квартир і будинків в приватному секторі, які зазнали руйнації внаслідок проведення антитерористичної операції на території Слов'янська. Відповідний проект рішення в рамках засідання виконавчого комітету від 1 червня на розгляд представив керівник управління соцзахисту населення. Сума, яку незабаром отримають слов'янці, становить майже 290 тисяч гривень. Та категорія граждан, яка була заявлена, є заявлення, але не змогли підтвердити право власності на дане житло, були просто прописані. З ними як? Так, 21 чоловік отримує 289 тисяч, а 28 вопроси є, тобто не підтверджено право власності, раз. Второе, владельцы владеют частью самовладения. Какой у нас механизм разрабатывается, потому что они мне звонят. По тем случаям, где действительно не подтверждено право собственности, там вопрос остается открытым, и комиссия этот вопрос решить не сможет. Там в целом ряде случаев люди не приватизировали квартиры, таким образом они не имеют права на компенсацию согласно действующего нашего порядка, поскольку они не являются собственниками. Это жилье является собственностью нашей территориальной громады, то есть это коммунальная собственность. Этот вопрос открыт. А что касается тех жителей, у которых по факту квартиры были разделены, а юридически это упорядочено не было, то тут мы работаем по следующей схеме. Мы сейчас собираем от этих людей информацию, подтверждающую, что у них, несмотря на один адрес, есть два разных домовладения. Для нас сейчас самое важное, чтобы люди, которые столкнулись с такой проблемой, принесли нам справки о наличии собственных разделенных лицевых счетов по коммунальным услугам, то есть по ЖЭКу, по поставкам электричества и по поставкам воды. Таким образом, исходя из наличия вот этих трех моментов, мы будем уже на комиссии разбирать каждый случай. Выделено по третьей категории разрушения 290 тысяч. 21 человек получит по 13 780 гривен. Оставшиеся 28 человек, пока есть ряд вопросов. То есть мы определяем сейчас собственников этих домов и квартир. То есть не у всех людей есть документы на данное домовладение. Часть людей является собственниками 1/4, 1/5, 1/6 части жилья. То есть и эти вопросы также решаются нами сейчас, как им выплачивать. То есть как бы дом один, допустим, две комнаты, а владельцев очень много. То есть по какой сумме им выдавать. Сейчас мы эти вопросы решаем. Рабочая наша группа, которая в исполкоме находится и которую возглавляет заместитель городского головы. Речь идет и о частном жилье, и также о многоквартирных домах, то есть по улице Нарвской. Такі квартири, де владельцями являється несколько чоловік. Нагадаємо, з міської казни для фінансової підтримки власників зруйнованого житла в минулому році було виплачено близько півмільйона гривень. В цьому році загальна сума, що буде спрямована на одноразову матеріальну допомогу, становитиме більше мільйона гривень. Кожен власник отримає по 13 тисяч гривень. На цей рік виділено 1 мільйон 47 тисяч. Звісно ж, сума недостатньо, це 10 прожиточних мінімумів, але ця сума была определена, ну, определял ее прошлый наш мэр, то есть не определял, но так решили, когда собирался прошлый исполком, вот такую сумму определили. Конечно же, сумма явно недостаточная, она совершенно не возмещает те потери, которые понесли люди, но вы сами понимаете, что наш город дотационный, к сожалению, 70% – это дотации, субвенции из центрального бюджета. Як тільки грошовою допомогою будуть охоплені власники житла третьої категорії руйнації, за словами Андрія Євсюкова, на підтримку можуть розраховувати володарі осель другої категорії зруйнування. Суммы, которые будут выплачены по второй категории разрушения, тоже будет решать исполком, будет решать рабочая группа.